Всем привет, всем здравствуйте. Что у меня в руках? Новая коллекция 2024, весна-лето. И сегодня мы будем с вами делать распаковочку. Всем привет. Коробка, конечно же, вызывает просто приятное ощущение от того, что вы ее просто держите в руках и трогаете. Сейчас чуть поближе покажу. У нее очень крутая текстура у коробочки. Вообще она просто вот такая, знаете, роскошная коробка. Bird of Passage. Перелетная птичка. Перевод названия новой коллекции весна-лето 2024. Сейчас я вам расскажу про оттенки, которые у нас присутствуют в этой коллекции, на что мы ориентировались, какие мы взяли тренды в следующий сезон, который вот-вот уже скоро начнется, буквально через 2 недели. Я всегда говорю о том, что трендов их очень много. Каждый сезон посмотреть на производство, там, не знаю, тканей, мебели, отделочных материалов и так далее, и там, заканчивая показами моды, да, то, что те компании, которые занимаются производством одежды, трендов очень много. Каждая компания всегда берет какие-то отдельные тренды, которые откликаются ДНК компании, и мы сегодня с вами будем говорить через тренды цвета. Мы не будем сегодня затрагивать какие-то фактуры, аксессуары и так далее. Мы сегодня будем говорить про тренд через цвет. Понятно, что существует один из самых главных институтов цвета. Это институт цвета Пантон. Как правило, к ним все прислушиваются и хотят, не хотят, но все равно тот цвет, который задает Пантон, за год, за два заранее, как правило, все фирмы-производители, неважно чего, прислушиваются к этому институту. Хотя помимо этого института цвета существует больше гораздо институтов, но этот самый главный. И цвет года у нас персиковый оттенок. Хотя, если мы возьмем журнал Vogue, то по версии Vogue они не согласны с Pantone. Они говорят о том, что красивый мятный зеленый – это будет цвет года самый популярный у женщин. Вот, поэтому кого слушать, здесь непонятно. Нужно слушать себя, да, из отклика все делать. И в любом случае наши клиенты, наши потребители, кто-то будет выбирать весна-лето, то, что им из сезона в сезон нравится, есть такие клиенты, они одно и то же носят каждую весну и лето, да, есть кто круглый год носит один и тот же цвет, у кого, кстати, встречались такие клиенты, у нас, например, была такая клиентка в салоне, которая покрывала ногти, сладкая малина, краска такая была, несколько лет подряд, каждый месяц. Видите, какое постоянство, понимаете, и такие клиенты встречаются. На эту весну-лето мы отобрали оттенки, часть сориентировались на высокую моду, часть сориентировались на институт Pantone, и 1-2 цвета добавили, потому что, ну, как вот, очень хотелось добавить именно в эту коллекцию эти оттенки. Тем более весна-лето, это такая очень яркая история, в общем, я думаю, что уже большая часть, кому было интересно сегодня, присоединились, поэтому давайте делать распаковку. Итак, вот он, очень красивый вариант коробочки. Коробочка, правда, прикольная. Смотрите, какая она. Просто чисто на тактильное такое вот восприятие. Она очень классная. Сейчас мы с вами посмотрим, что находится внутри. Для вас здесь внутри в этот раз сюрприз. Очень классный. Я думаю, что абсолютно всем зайдет. Давайте посмотрим, что же у нас находится внутри. Так, я себе сейчас место освобожу здесь немножко. Итак, поехали. Ну, в общем, коллекция, как я говорила, она такая достаточно яркая у нас получилась. Смотрите. Часть оттенков плотных, классических, ну, а большая часть цветов – это и не пастели, и не чистые цвета. Вот как интересно, видите? Оттенки такие насыщенные, яркие пастели. Получается, не классическая пастель, но и не классические цвета. Вот. Сейчас я расскажу, какие оттенки у нас внутри коробочки находится. Давайте смотреть.
Итак, здесь очень классно идет подарок в этот раз. Смотрите, какой крутой. Это вот такие стикеры, которые можно приклеивать на чехол телефона. Смотрите, как это прикольно выглядит. Так, на моем телефоне еще нету. Надо, значит, добавить. Это такой подарочек идет. Очень классный. Мне прям вообще зашло. Понятно, что это не только на чехол телефона. Вы можете приклеивать это на всевозможные гаджеты, на ноутбуки, планшеты. Вот, очень хорошо носятся стикеры. Это такой подарок внутри для вас. Это 9 стикеров. Дальше, как всегда, в набор у нас входят ложечки, вот, чтобы сделать выкраску. И в набор у нас входят наклеечки. Вот, поэтому наклейки вот такие цветные, их можно купить только в рамках набора. И, как всегда, локомотивный набор, тот, который на ближайший сезон, на ближайшие 6 месяцев будет у нас самым популярным. Это набор из 8 оттенков, да, потому что часто мы выпускаем наборы 6 цветов, часто выпускаем коллекции просто без коробочки, без ничего, но основные сезонные коллекции, а их всего лишь 2 сезона у нас, весна, лето и осень, зима, выходят всегда в очень красивых упаковках, очень красивые всегда какие-то сопровождающие моменты, но вот в этот раз видите, что мы для вас придумали такие стикеры. Стикер, слушайте, ну, сейчас это очень модная штука, эти стикеры, мои дети, например, дочка, она эти стикеры покупает, клеит везде, она клеит на ежедневники, на тетрадки, которыми чаще всего пользуются, кто-то покупает специально для чехла телефона, для ноутбука и так далее. Так, это мой телефончик. Итак, давайте начнем с первого оттенка. Какой мне хочется, о каком цвете поговорить. Давайте 469, потому что это цвет года. Номер 469. Понятно, что мы не стали называть этот цвет цветом Пантон. У Пантона это выглядит вот так. Да? Цвет года. Peach Fuzz. Ну, такой насыщенный оттенок персика. Нельзя сказать, что он сильно выбеленный, такой достаточно яркий. Вот. И, конечно же, мы этот цвет включили в набор, хотя я не всегда включаю цвет года, потому что в том году у нас цвет года выходил отдельно, мы его выпускали, потому что он как-то не ложился в концепцию набора. Вот. То здесь в этот раз концепцию набора, а концепция набора у нас это перелетная птичка. Bird of Passage. Идеально сюда ложится цвет года. Вот, кстати, мне девчонки принесли чей-то ежедневник. Вот кто-то из сотрудников взял стикеры, приклеил на свой любимый ежедневник. Итак, вопросы, куда можно приклеить эти стикеры? Пожалуйста, вам идея такая. Так, ну что? Цвет года. Много, кстати, и если мы посмотрим показы моды, очень много персика. Потому что я еще раз повторю, очень часто, когда институт Пантона рекомендует что-то, не всегда мы это сможем с вами, например, увидеть ярко на показах моды или потом уже в масс-маркете. Вот это факт. Вот, но в этот раз... На показах моды вообще присутствовало очень много яркой пастели, очень много классических ярких цветов. Вот. И мы в том числе как компания не смогли пройти мимо такого красивого персикового оттенка. Это номер 469, цвет года. Peach Fuzz по версии Pantone. У нас это Siesta Heart. 469. Дальше. Оттенок очень интересный. Мы его брали не потому, что он присутствует Pantone, а потому, что его действительно очень много было на показах.
Но, тем не менее, институт Pantone этот цвет тоже предлагает на 2024 год. Это очень интересный, сложный оттенок розового. Причем такой, знаете, не baby doll и не классический, а вот действительно, знаете, такой десерт flowers. Мы этот оттенок не называли десерт. 468, сейчас я вам покажу, как он выглядит на выкраске, на показах, его было очень много. Вы видите, это розовый оттенок с легким подтоном желтенького. Можно сказать, это такой, знаете, теплый розовый, вот, но он идет через неоновый подтон. Очень красивый розовый. Вообще этот розовый всегда, неважно какой сезон, любят многие клиентки. Кто поклонник розового цвета. Вот, поэтому имейте в виду, вот такой розовый цвет, его и на подиумах много было в этом году. И сам институт Pantone тоже рекомендует этот цвет в качестве одного из основных цветов. Потому что если мы сейчас откроем Pantone, как всегда, видите, коллекция достаточно большая. И это считается еще узко, потому что если покупать специальные приложения, книги Pantone, слушать их лекции, например, на 2024 год, цветов намного больше. Это основной костяк, и самый ходовой это будет Peach Fuzz. Вот. Мы, тем не менее, все цвета не стали брать, потому что это не всегда может подходить компании, правильно? Вот, плюс не всегда, например, эти оттенки нужны, потому что если мы видим, что один в один оттенок уже есть в основном ассортименте, его повторять нет смысла. Очень красивый оттенок. Вот он и не бэби-долл, он и не классический розовый, да, когда из мадженты создают розовый. А здесь такой легкий желтенький подтон в этом 468 цвете. Вот. И плюс его очень много, еще раз повторюсь, на показах. Pantone этот цвет назвал Dessert Flowers. Красивый оттенок. И одежды очень много. Я вообще люблю розовый, в принципе, это мой любимый цвет. И да, я всегда люблю смотреть на розовую одежду. Вдруг мне что-то приглянется. Дальше. 470-й цвет. Это такой интересный холодный желтый. Он чуть-чуть выбеленный. Выглядит как классический желтый, да, но тем не менее он слегка выбеленный, но это нельзя назвать пастелью. Значит, почему такой цвет выбрали? Во-первых, если мы открываем с вами Институт Pantone 2024 года, он также присутствует в ассортименте предлагаемых цветов, это Lemon Drop. Вот. И если мы смотрим показы, да, 2024, то желтого присутствовало очень много. Вообще, вот честно сказать, в этот раз все дизайнеры, все показы мод, они были переполнены количеством используемых ярких оттенков. От насыщенных пастельных цветов до пастельных выбеленных, до неоновых и до классических цветов. В общем, разнообразие очень большое, поэтому, во-первых, нам нужен был такой желтый в ассортимент. Вот он нам нужен был. Вот. Плюс его очень много, и я думаю, что ваши клиенты будут просить такой желтый оттенок. Поэтому мы его тоже добавили в нашу летнюю коллекцию, весенне-летнюю коллекцию. И под номером он у нас будет идти 470. Ну, желтые оттенки, как всегда, классических насыщенных цветов, они не такие плотные, как классические другие цвета. Красные, синие, бордовые. Да? Желтые и зеленые цвета – это самые сложные в гель-лаках, потому что они хуже всего сохнут, именно пигментные пасты. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что для одного слоя желтого цвета он хороший. Вот. Ну, понятно, что в любом случае здесь нужно повторно в два тонких слоя наносить.
Вот хороший желтый классический оттенок, слегка холодный. Смотрите, он не теплый, он не пастельный и не совсем классический. Прям вот хорошая такая база желтенького. Так, 470. Так, следующий цвет лавандовый. Опять же, почему лаванда? Во-первых, реально лаванды очень много на показе. Тоже, когда мы открываем показы SS2024, Spring Summer, да, очень много. От каких-то чуть поярче лаванда, чуть более выбеленная лаванда. Плюс мы смотрим Pantone, и Институт Pantone в том числе в своем ассортименте предлагаемых цветов также рекомендуют пастельный лилак, пастельный такой оттенок лаванды. У нас это номер 474. И это не совсем выбеленный оттенок, достаточно такой яркий, насыщенный цвет лаванды. Красивый для лета и для весны особенно, я думаю, что будет хорошо. Тем более сейчас очень модный тренд, это тренд такой, знаете, русалочий кор, я называю, да, по мотивам русалок. Вот, поэтому оттенки голубого, лавандового будет очень много просить. Катя, а можно эти картинки выложить? Хорошо, в принципе, можно сделать пост, листалку, и я вам прям сделаю вот эту подборку, которая у меня. Тем самым, во-первых, можно с клиентами разговаривать предметно, да, почему, например, вы этой весной, летом рекомендуете такой ассортимент оттенков для ногтей, да. Выложу обязательно, тогда сегодня у нас будет два поста. Один пост будет эфир, второй пост будет просто картинки, листалки. Так, ну смотрим наш лилак, лавандовый оттенок. Ну, лавандовый цвет это вообще такая, да, база, я говорю всегда. Когда наступает весенне-летний период, это, наверное, один из самых потребляемых оттенков наравне с розовым, это оттенки лаванды. Такая хорошая, приятная, классическая, яркая, насыщенная лаванда. Поэтому этот оттенок тоже можно смело предлагать клиентам в этом году. Так, что у нас еще с вами осталось? Из института Pantone все. Смотрите, больше у Pantone мы ничего не брали. Можно теперь вот так вот даже подвести итоги. Что же мы взяли у института Pantone? Это, конечно же, цвет года персик. Это офигенный десертный такой розовый оттенок. Это лаванда, это желтый. Это то, что вы, если сейчас откроете подборки Pantone, вы найдете в ассортименте вот эти цвета. Дальше. Остальные оттенки в основном я ориентировалась на показы моды. Потому что, например, если мы откроем вообще всевозможные паблики, которые посвящены моде, они все говорят о том, что очень много вообще зеленых оттенков, на удивление, в этом году. И действительно, если мы прошерстим все показы мод, вы себе даже не представляете, сколько зеленых. От такого классического зеленого до цвета горошка, холодный вот такой бирюзовый, потом вот такой цвет шалфея зеленый пастельный до офигенного вот такого лаймового оттенка. Даже, кстати, неоновый зеленый встречается, но меньше, больше встречается вот такой вот прям лайм. Вы видите, как много зеленых оттенков. И, конечно, мы не смогли пройти мимо вот этого оттенка. Это лаймовый цвет. Я считаю, это будет самый модный оттенок 2024 года. Если, например, Институт Pantone говорит о том, что это будет персик, не факт, потому что если мы берем одежду, мне кажется, вот это будет, наверное, самый модный. Хотя, например, журнал Vogue, они говорят о том, что модный цвет самый будет, это вот такой шалфей. Вот такой цвет шалфея. Ну, у нас просто в ассортименте гель-лаков оттенка шалфея очень много, и они прям есть там офигенные, красивые цвета, поэтому мы их не включали в свой ассортимент гель-лаков. Вот, и смотрим как раз вот этот самый вкусненький, самый красивый. Вот это моя любовь такая, прям вот, прям вот вообще. Наверное, я первые ногти весной, летом 100% сделаю, скорее всего, с использованием Lime Splash.
Офигенный цвет, вот он, 475-й. Вот его действительно, я уверена, в масс-маркете будет много. Возможно, к весне еще не успеют произвести одежду, да, потому что все-таки даже масс-маркет, он за высокой модой не всегда успевает, это факт. Но я думаю, что к лету тренд докатится, и вот такой одежды будет очень много. Обуви, я думаю, сумок. Ну, его точно нужно в два слоя, девочки, делать, чтобы... Вы должны понимать, что вот эти желтые, желто-зеленые цвета, которые идут с таким подтоном желтенького и зеленого, без примеси белого, а здесь белый не участвует, обязательно нужно наносить в два тонких слоя. Жирно нельзя их наливать. Такой очень красивый оттенок. Один из самых модных. И действительно, зеленых цветов их будет очень много. Вот прям. Дальше. Травяной. Почему травяного так много? Во-первых, очень много компаний, кто использовал на показах этот оттенок. Ну, самый, наверное, известный — это Феррагамо. У них встречалось на показах весна-лето много зеленого. Потом у Валентина я видела много зелененького. Смотрите, вот Валентина. Это, знаете, такое ощущение, что помните год, когда был бум на зеленый, и тогда многие не верили, что ногти клиенты захотят покрывать такими цветами, да? И вот сейчас такая, знаете, второй цикл, заход на зеленые цвета. И опять их очень много, поэтому мы не смогли пройти мимо вот такого оттенка классного. Это номер 472. Его называют еще травянистый зеленый. Причем у нас в коллекции есть два зеленых, которые мы делали еще, когда начинался тренд на зеленые цвета. Но они чуть-чуть потемнее. Вот этот такой вот более прям вот травянистый, зелененький, яркий. 472. Лаки будут. Сейчас вопрос спрашивают, а лаки будет весенняя коллекция? Да, будет. Единственное, вы знаете, что лаки у нас обычно отдельно всегда выходят по цветовой гамме, они не совпадают. Так, еще раз напомню, желтые и зеленые оттенки. Их невозможно в классическом виде сделать идеально плотно. Вы должны понимать, потому что иначе гель-лак просто не высохнет. Вот. Насколько возможно, мне кажется, очень хорошая плотность для одного слоя. Очень даже хорошо. Ну, понятно, что желательно в два тонких слоя. Такой вот прям классический травянистый зеленый. Вот. Оттенков зеленого очень много, от холодных до пастельных. И я уверена, клиенты будут просить в этом году у вас зеленые. Вот. Поэтому неспроста в нашей коллекции их аж два зеленых. Видите, вот аж два зеленых в коллекции. Мы так еще никогда не делали, но потому что это такой, знаете, очевидный, однозначный тренд. Вот, это то, что касается моды. Дальше мы решили добавить сюда голубой в эту коллекцию. Во-первых, нам прям вот не хватало таких оттенков голубого, более насыщенного, не выбеленный, а такой, вы знаете, вот классический голубой оттенок, не небесный, да, а именно вот такой голубой-голубой. Поэтому голубой цвет здесь не потому, что нам диктует Pantone или мы видим много на показах моды, хотя голубого очень много, наравне, наверное, с зеленым. И оттенки голубого тоже настолько разные, от оттенков выбеленных до небесно-голубых с фиолетовым подтоном и до каких-то насыщенных ярких в стиле капли. Вот, у нас насыщенный голубой, я бы не сказала, что он сильно прям такой пастельный, да, ну, такой вот хороший оттенок голубого, тоже наравне с лавандовым, весна-лето, когда наступает, это, наверное, один из самых часто используемых цветов, потому что клиенты его очень часто просят у нас с вами. Вот, тем более у нас очень много вышло декораций в морском стиле.
в стиле русалочьем, стиль такой, знаете, круизный стиль. Очень много декораций будет именно в круизном стиле, поэтому нам нужен был голубой обязательно в коллекцию. И, конечно же, оттенок с блестками. Почему такой оттенок? Во-первых, сейчас такой, знаете, очевидный тренд. Это тренд русалки. Сейчас я вам открою. Тут у меня здесь еще преза есть. Если я сейчас по трендам по таким не буду проходиться, то я в следующий раз оставлю. Смотрите, очевидный тренд такой, знаете, тренд русалочи. Я называю это, знаете, русалочий кор, русалочий тренд. Очень много всевозможных вот таких вот, знаете, лавандовых, голубых переливов. Моден мокрый макияж, модна такая, знаете, укладка волосы с эффектом мокрых волос. Вот этого прям очень много. И, знаете, когда вот этот тренд отследили, что он будет присутствовать, очевидно, потому что на самом деле мы же коллекции заранее создаем где-то за год и два месяца, за год и три, ну, очень сильный большой интервал. Зачастую, во-первых, анализа по Пантону еще нет. Какие-то показы присутствуют, но их очень мало. И здесь оперировать с трендами становится очень тяжело. И это, знаете, всегда в угадайку мы играем. Так, наклейку забыла приклеить. И вот мне очень захотелось в коллекцию что-то добавить. Знаете, такое пение сирены, русалки. Очень красивый прозрачный оттенок. В наличии здесь, видите, идет красивый ассортимент от голографических, перламутровых блесток. Где-то присутствует глиттер большого размера, где-то перламутр. К сожалению, вот плохо передается, конечно, такая история на камеру. Но это очень красиво выглядит. В общем, какие были красивые блестки у нас. Вот я их все соединила в один флакон. Очень красиво. И он сюда, знаете, классно подходит вообще под цветовую гамму для каких-то комбинаций, когда, например, просто перекрыть, да, например, тот же сиреневый, лавандовый цвет. Потому что вот эти все цвета в стиле русалки, да, с всевозможными переливами. О, смотрите, как красиво получается. Вот они все подходят для этого эффекта. Ну, возможно, я сейчас так плотно нанесла. Можно нанести более тонким слоем, да, чтобы не очевидно было. И тоже будет красиво даже в тонкий слой. Потому что блестки достаточно насыщенные. Но они, вы должны понимать, что здесь идет прозрачный эффект. Так, я не буду пачкать ложечку. Это я вам как пример показала. Или вот, например, давайте желтенький перекроем. Тоже красиво. Здесь такой вот микс из глиттера, шиммера разного размера. И под тренд русалки очень хорошо подходит. Понятно, что если, например, захочется сделать просто прозрачные ногти, это мы делаем просто в два слоя, в два, в три слоя. Можно сделать с легким моделированием. Я, например, очень часто люблю этими гель-лаками работать не как гель-лаками, а работать как базой. Они тогда хорошо, эти блестки, самовыравниваются. Видите, я с легким эффектом моделирования делаю, тогда вообще вот прям круто. Понятно, не промазываете, а моделируете. Вот мы даже когда делали съемку, конечно же, у нас и стиль съемки такой был. Видите, мы делали мокрый макияж моделям. У нас были мокрые укладки. Вот, кстати, этот цвет как раз то, о чем я говорила. Это прям будет основной трендовый цвет. Вот они, два. Персиковый и вот такой лаймовый цвет.
И мы когда делали съемку, конечно же, у нас одна из моделей, она была у нас, видите, под русалку сделана, и ногти, конечно же, сделали как раз вот с этим гель-лаком 471. Специально сделали просто прозрачные ногти, без камуфляжа, без ничего. И очень круто. Вот одна рука у нас была сделана с ракушками, с жемчужинками. Это прям такая тема. В общем, я этот цвет обожаю. Надо наклеечку наклеить. Мы ее как раз не наклеили. Это номер 471. Так. Ну, такой, знаете, очень красивый партнерский цвет. Он и к этим оттенкам всем прекрасно подойдет. Вот. Плюс тема с русалками, вот эти все элементы, которые сопровождают эту морскую тему, очень хорошо будет дополнять этот гель-лак. Причем он может также идти как самостоятельно. Так, с чем можно сейчас поработать? У нас с вами чуть-чуть прям осталось времени. Я в следующий раз обязательно пройдусь уже по трендам, именно что касается дизайна. Вот, тоже разберем, уже поработаем с вами более подробно с дайджестом. Дайджест очень удобен для клиентов и для вас, как для мастеров. Для клиентов, во-первых, здесь мы используем фотографии только с показов последних. Это то, чем клиент может вдохновиться и пойти, например, по магазинам. Вот. Ну, а вам легче сориентировать клиента, чего бы он хотел видеть на своих руках. Мне, конечно, сейчас хочется что-нибудь сделать без декорации, так как декорации сейчас, они у нас вышли. Я сейчас могу показать, кстати, что из декорации уже вышло. Вот такая интересная тема вышла, смотрите. Такая яркая. Это у нас слайдер номер 127. Что у нас еще вышло? Вот такая нежнятинка летняя. Это номер 128. Номер 128. Дальше у нас вышла вот такая тема с птичками, с цветочками, с кувшинками. Это восточная. Да, такой восточный мотив с элементами золота. Номер 124. Тоже очень красиво. И что еще хотела? А, вот смотрите, вот эта тема с сердечками. Сейчас тоже сердечек очень много, этот тренд. Да, это когда, например, маленькая длина и буквально одна малюсенькая сердечко просто по центру ноготочка. Вот, либо вот такой вариант можно сделать просто на все ногти. Тоже прикольно смотрится. Вот, видите, с этими сердечками. Либо можете повырезать прямо отдельно по одной сердечке на один ноготочек. И у нас еще есть вот такая прикольная штука. Смотрите. Под матовым топом вот этот вариант объемного 5D слайдера офигенно смотрится просто на каких-то голых ногтях, на камуфляже, либо на каких-то светлых оттенках. Сейчас я скажу номер. Это тоже все новинки, потому что декорации, они сейчас будут выходить, пластины выйдут, шермиконы, ну, будут партиями все выходить. Это вот сейчас первая партия декораций. Изысканность номер 44. Сейчас как раз скоро наступает сезон свадеб, и вот обратите внимание на эту декорацию. Очень классный такой вот, прям вот, может быть, и свадебный. Вот, но для меня даже это не сколько свадебный, а просто такой вот очень нежный вариант на весну дизайна. Так, ну а мы давайте с вами сейчас попробуем что-нибудь сделать вот в таком тренде, да, мой любимый тренд, это пение сирены. Мы его очень много затронули в дайджесте, у нас много дизайна сделано в этой серии.
Вот, так как декорации, еще посвященные пению сирены, не вышли, давайте сделаем с тем, что есть под рукой у каждого. Так, ну что можно сделать? Можно сделать какой-нибудь переход и сделать его не классический, там справа налево, сверху вниз, да, а сделать асимметрично пятнами. Вот очень хочется взять лавандовый, голубой и давайте, например, возьмем розовый. И нужно будет просто попеременно подсушивать. Поэтому весна-лето у вас в ход пойдут все втирки, которые связаны вот с таким красивым переходом, когда нам нужно сделать эффект русалки. У нас даже одно время в ассортименте были блесточки с эффектом хвост русалки. Вот это вот все вам пригодится этой весной-летом. Потому что тренд, еще раз, его очень много, он однозначный, он присутствует, как убираются волосы, какие аксессуары повыходили, да, как делается макияж, плюс ткани вот с таким переливом, блестками, перламутром. Вот поэтому пение сирены, тренд русалки, его прям много. И вот я вам предлагаю вот такой вариант сделать. Сейчас мы добавим сюда еще втирку. Плюс у нас вышла красочка моя любимая под фольгу, да? Я сильно не заморачиваюсь с переходом, хотя можно было бы взять, например, кисточку с топом и растушевать мягче. Потому что у меня сейчас пойдет втирка. Ну, можно взять, смотрите как. Любой топик. И любую плоскую кисточку. Так, это у меня тут уже какие-то ворсинки поприлипли. Ну ладно. Ну, сюда, наверное, и желтенького чуть-чуть добавить. Обязательно, кто пропустил начало эфира, пересмотрите. Сегодня делала обзор новой коллекции. Новая коллекция очень яркая. И нельзя сказать, что цвета классические, потому что 68, 69, 70, 73, 74 присутствуют белый подтон. Чуть-чуть все равно присутствует. Можно сказать, что это яркие пастели. И два классических зеленых, это 72, 75. Один такой просто лаймовый, второй прям классический травяной. Там нет белого подтона. Но коллекция, тем не менее, все равно достаточно яркая. Так, теперь, если мы хотим сделать втирку пигментом, мы наносим теклос, наносим
сушим 1 минуту теклас под втирку. Ну, кто-то 2 минуты сушит. Я минуту сушу. Помните, у нас был хвост русалки? В общем, берете любой пигмент с каким-то прозрачным эффектом и делаете втирку. В ход, кстати, могут пойти в этот раз всевозможные жемчужинки. Сейчас вот таких украшений на Алиэкспресс, на Вайлдберрисе их очень много в теме. Такой морской русалок, да, вот эти всевозможные ракушки. И этого добра очень много есть. Так, а мы с вами можем добавить что-нибудь с фольгой, серебряной именно, серебряной фольгой. И для фольги, понятно, что я использую мультипл гель, мультипл дизайн. Поэтому все вот эти вот перламутровые втирки, они сейчас снова в тренде. Клиенты тоже будут просить и просят, в принципе, если мы сейчас откроем Pinterest, Instagram, вот эти все втирки, их тоже очень много. Клиенты любят. Просто оттенки выбирайте какие-то вот нежные, как под тон, под них. Так, мультипл дизайн. Возьмем... Где мои кисточки? Мультипл дизайн рекомендуется гель. Прям вот набрали и крышку закрыли, чтобы ни в коем случае банка никогда не стояла открытая. Работайте с палитрой. Все, вот так на палитру убрали. Крепить. Многие крепят на Джемти Клер, кто-то на базу Макси, вот, кто-то вот любит очень Джемти Клер, потому что он достаточно твердый, нет липкости, вот на него очень удобно. Сейчас мы на него, в принципе, посадим. Очень классный стемпинг коллекции. Там будет много морской темы. Вот, поэтому этим летом у нас с вами будут очень разные варианты дизайна. Сушим 15 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. И можно отпечатывать. Ну, как всегда, неудобно работать с типсами. Но, тем не менее, он работает как клей, этот гель. Вот, можете сушить 15 секунд, 30 секунд. У него очень хорошо отрывается фольга. Так, и перекрываете снова финишем. Например, если хотите, чтобы втирка хорошо держалась, да, и с нее не скалывалась, попробуйте прайм. Вот. Есть, конечно, клиенты, которые умудряются эту втирку все-таки вместе с финишем ободрать. Это когда прям сильная нагрузка идет. Но, в принципе, если вы пройдетесь по торцам финишем, то втирка будет стоять. Тут самое главное – закреплять втирку по торцам. Я вот сейчас не показала, но здесь очень важно, чтобы вы обязательно торцы, да, вот, проходились и закрепляли финишем, если была втирка либо фольга.
Кстати, видели мой новый маникюр? Я не показала совсем. Сегодня-завтра выложу мастер-класс с новым маникюром из бокса McQueen. Так, и если вы хотите работать вот с такими штучками, да, вот, ну, мне, например, очень хочется всякие жемчужинки. Потому что если говорить про русалок, вот единственное, что жемчужинки могут обдираться сильно, поэтому жемчужинки обязательно финишем надо будет перекрыть. И, ну, например, я, наверное, буду сажать на Джемти Клер. Он без липкости. Можете на любой гель скульптурный. Так, вот эти штуки все тоже. Гель жемчуг Джемти, его давно нет, он закончился. И мы еще пока не выпускали новые оттенки Джемти, пока только прозрачный продается. Так. Вот, но опять же, жемчужинки все в любом случае придется перекрыть финишем. В принципе, можно было все это посадить до финиша, а сверху еще слой финиша пройтись. О, вот он классный. Где купила, не спрашивайте меня, я не помню. Этим материалом у меня же 100 лет в обед лежат. Ну, сейчас, благодаря эре интернета, столько всего можно достать, купить все, что угодно можно. Такие объемные штуки, понятно, возможно, взрослые женщины, кому 40+, делать не будут, да? Но такая основная масса, кто любит дизайн и длинные ногти, если перекрыть все это финишем, вот я сейчас на Джемти Клер посадила и перекрою еще раз финишем, то будет носиться и цепляться не будет. Здесь самое главное потом это перекрыть все это прям вот финишем. Не бояться, что уйдет объем как-то, потому что в любом случае тот же жемчуг, его нужно закрепить. Вот, поэтому это все вот такое добро заливается. Все, сушим. В общем, дизайн мы с вами будем делать разный, яркий, и со стемпингом, и с декорациями. Но это сейчас будет все потихоньку выходить. Я сейчас показываю как раз на оттенках из коллекции. Это как раз вот этот вариант декорации 127. Вот тут он очень тоже классный. Можно его сочетать и со стемпингом, и с фольгой. Вот, ну, сегодня я уже думаю, что достаточно. Можно закругляться. Вот это, конечно, мне очень нравится, восточная тема. Декорации. Вот тоже я их и фольгой дополняла, вот так делала. Вы же понимаете, сейчас теперь этот гель вышел, я его везде добавлять буду. Его будет много везде. Итак, сегодня подведем итог. У нас была распаковка новой коллекции. Обязательно посмотрите с самого начала. Сделали мы с вами вот такой дизайн. Потому что тренд русалки сейчас-то однозначно его очень много. Плюс цвета гель-лаков, которые в коллекции, они под этот тренд тоже очень хорошо подходят. Посмотрите начало распаковки, потому что там очень классный подарок, сюрприз вас ждет в наборе. Вот, кто пропустил, так выглядел набор. И там внутри идет очень красивый, интересный подарок. Всем пока-пока!